шоу. И поэтому сейчас здесь появится не только мой подопечный Ярослав Дронов, но и замечательная артистка Кристина Арбакайте. И вместе они исполнят песню «Просто любить тебя». Он лучше всех. Просто невероятный мальчик. У Дронова, конечно, очень сильной стороной является его органика, его пластика, его вокальные данные, его легкость. В первый раз на проекте перед нами стоит такая задача – петь две песни подряд. Будет, конечно, сложнее, потому что нужно будет сохранять больше сил, больше энергетики не на одну песню, а на две уже. Всегда интрига, когда две энергетики, две человеческих на сцене, как-то они все-таки перекликаются. И вот этот вот симбиоз, он очень интересен иногда получается. Ярослав Дронов. Во сне, как белый снег, строит хрустальные дома из своей мечты. Мне так хорошо, знаю я, что будем мы целый день вдвоем, только я и ты. Вечно косну Yeah.
наша очаровательная звездная гостья Кристина Орбакайте и Ярослав Дронов. Это просто невероятно, потому что сегодня, Ярослав, твой первый в жизни звездный дуэт. И тебе так повезло в жизни, потому что у Кристины такая легкая рука, она светлый человек, она красивый человек. И у тебя сегодня такой... Я тебя поздравляю от души. Спасибо. Тебе спасибо. Очень повезло. Кристина, спасибо тебе. Да, да, да. Заряди его, заряди энергией. Кристина, как тебе у нас? Хорошо, уютно, по-домашнему. Волнение было? Вот я лично очень волновался, когда пел «Смоли». Страшно волновался. А ты? Ну, конечно, потому что, знаешь, когда еще поешь песню много лет, и когда что-то новое возникает, мизансцена какая-то новая... Новый партнер? Партнер, да. Я потому что последние годы уже одна ее. Этот дуэт превратился в сольную песню, в монолог. И, конечно, когда другая ситуация, ужасно волнуешься. Потому что... Переживаешь ее совершенно по-новому. И она совершенно по-новому и для тебя звучит, и для вас сегодня, я так думаю, совершенно по-новому зазвучала. Поэтому, конечно же, волнение, конечно. Удачи! Держись! Ярослав Дронов! Кристина Орбакайте!